Есть такие ребята, любимые сыновья. Когда они учатся в школе, школа им как семья. Когда начинают работать, их любит родной завод. Когда они вырастают, их узнает народ. Был Николай Терехин одним из таких ребят, которым легче погибнуть, чем отступить назад. Однажды, едва светало, надвинув шлем на бегу, он вылетел по тревоге на перерез врагу. Врагов налетело много, но нашим не привыкать. Досталось ему на долю трех юнкерсов отогнать. Терехин пошел за первым, догнал его на лету, пристроился поудобней к юнкерсому хвосту, всадил ему смаху очередь, одну и еще одну, чтоб черный корабль пиратов послать наконец ко дну. Но двое еще остались. Они уже вдаль ушли, клубилось под ними поле в черных столбах земли. Они пошвыряли бомбы, куда попало, во враг, но нам и за эти бомбы кровью заплатит враг. Но пулемет, как назло, вздрогнул и замолчал. По первому самолету Терехин все расстрелял. Ни одного патрона нет у него с собой. По всем военным уставам это уже не бой. Но когда по машине вдруг стрелять перестав, ты видишь, как враг уходит, тут можно забыть устав. Краем крыла он с лету рубанул по хвосту, и юнкер свалился на бок, потеряв высоту. Тут бы пора и прыгать, а вот парашют спасет, летчик врага тарани рискует разбить самолет. Но до последней секунды, медля делает прыжок, Терехин одну машину оставить в бою не мог. Было крыло разбито, но машина цела, она до посадки чудом еще дотянуть могла. Если такое счастье, никто ведь не упрекнет. По всем военным уставам скорей сажать самолет. Но третий юнкерс уходит. Надо его подбить. Ценою жизни победу Терехин решил добыть. Даже не на бензине. Бензина на пол рывка, как Чкалов на самолюбии. Терехин догнал врага. Теряя последнюю скорость, упав как железный ком, таранил он третий юнкерс, разбитым своим ястребком. Ударом его оглушило. Огнем обожгло лицо. Последним усилием воли выдернул он кольцо. Госпиталь Терехин не пробовал и 2 часов. Воздух аэродрома дороже всех докторов. 7 дней пролежал, крепился, завидовал всем друзьям. Сел на 8-ю машину, повел эскадрилью сам. А ночью сказал ребятам: как нам фашистов бить? В чем наш секрет победы? В том, чтобы упрямым быть. В том, чтобы как ни худо, назад не на полшага. Уж если думать о смерти, то только о смерти врага. У храбрых есть только бессмертие. Смерти у храбрых нет. Не хочешь смерти? Будь храбрым. Вот вам и весь секрет.